Приветствую всех себя на канале. Сегодня получил посылочку с Китая. Два диодных моста на 1000 вольт на 50 ампер. Хочу, у меня есть двигатель постоянного тока на 750 ватт, почти 800, и весом под 40 килограмм. Заказал я эти вот диоды, хочу его запустить, попробовать. Они рассчитаны на 50 ампер, думаю, на такой двигатель хватит. Заказывала их по 70 центов за штуку, и там пересыл, кажется, 40. Короче, где-то 2,5 доллара обошлись они мне. Заказывал двумя заказами, пришли в одной посылке, что двумя заказывал, то что если два сразу заказывают, так полтора там доллара пересыл сразу делается, а по одному так всего лишь 45 центов пересыл. Получается, я их заказал два штуки и за пересыл по 45. Короче, сэкономил там малость. Пришли одной посылкой. На этом, на скриншоте немного не такие диоды. Прислали другие. Получается, вот эти вот буквы. СЭП. Я у это... АС. Я у под наклоном здесь идет и СЭП, а там просто прямые такие были. Короче, отличия есть от заказанных. Сейчас посмотрим их на работоспособность. Подключаются они у нас, получается, вот плюс. Плюс по диагонали получается минус. Это вот АС, и по диагонали сюда это получается на 220 подключать. Ну или до 1000 вольт. Ну они какие-то маленькие для 50 ампер. И эти ножки тоненькие. По сравнению с советскими старыми это просто так. Цацка. Это вот получается плюс, по диагонали выходит минус. Сейчас будем пытаться включить, проверить их на работоспособность. Вот тестер у меня тоже с Китая. Включаем постоянный ток на нем на 1000 вольт. То, что эти 220, так что это больше будет. Сейчас после этого дополнен были они упакованы так вот в коробке и просто валяли сбоку. Могли бы хотя бы эту вот пупырышку, когда заворачивали, так скотчем закрепить. Ну они железо, с металла, то ничего с ними не стало. Сейчас я положу тестер наш, чтобы видно был. И подсоединять будем сами мосты. Вот это у нас на 220 ход. АС на 220 и по диагонали получается по диагонали сюда вот так, это 220. Чем-то его прижать, чтобы включить. Ладно, положу. Че не положу. Надо прижать. То, что провод жестковатый, так сваливай, да, аккуратно приложу пассатижами так. Вроде прижалась, думаю, не упадет. Все, включаем. Думаю, не соскочусь, а то коротне. Так, ключ она в розетку. Переносочку нашу. Так. Подключаю. Вот это у нас минус. Провод, вот это плюс. Ну, если перепутаем, думаю, ничего не станет. То, что покажу просто на тестере. Переплюсовку еще. Ну, подключим, как положено. С этой стороны ложу на клемму. Минус, с этой стороны на плюс. 197 вольт выходит.
Так, можно переключить тестер тогда на 200, думаю, вольт. Сейчас упадет. Пассатижи малость. Поехали. Я с розетки выключу, покуда диоды. О, чтоб не упал, да не закоротил. Поставим тестер тогда на 200 вольт. Проверим. Показания на 200-вольтовом измерителе. Так. Подсоединил я минус только что. И подсоединяем плюс. 197 и... Ну, видно, сколько. Что-то он... Прикасаться неохота. Ладно, прижму пассатижи поплотней. Ну, короче, что-то прыгает напряжение. 195 уже показывает. Тут 96. Пассатижи соскочили. Так, выключаем с розетки. Ну, на одном 196. Сейчас включим второй. Проверим. Поставлю опять же на 1000. Вдруг этот будет 220 выдавать. Подключаем одну клемму на... Одну клемму подключаем, где АС написано. Это переменный ток на 220 сюда. И вторую по диагонали. Подключаем по диагонали. На клемму без всяких маркировок. Конечно, могли бы подписать, что... АС переменный, и здесь по диагонали, где переменный. Ну и выход, соответственно, тут плюс, а тут минус можно было написать. А тут голое, все в одном месте только подписано. Так. Все, включаем розетку на 220, проверять будем. Ладно. Этот кабель на заземление закрыл нам малость. Нигде ничего так не закорочено, включаю. Ну, если что, у меня там рубильник стоит, на улице, то сработает. Черный зажал я. О, и здесь 195 вольт. Оп, ты куда попрыгал. Короче, выдают эти не 220, а 195. 195, 196. Диодный мост. Сейчас я выключу. Сейчас проверим, сколько у нас сети самой. У нас сети... Ток переменный, ставлю на 750 вольт, так как должно быть 220 наши клеммы. Подсоединяю здесь, позволяя прижать хорошо плотно крокодильчики. Специально сделал, чтобы на диод зажимать. Крокодилы такие поставил. Вот, зажимаем на тестер. Два контакта. Поставим на 750 вольт переменного тока. Сейчас проверим, сколько в сети у нас. О, в сети у нас 200. Ну, видите, моргает туда-сюда. 219, 220. Эту ночь на улице была буря у нас. Снега намело кучу целую. То может по столбах, где что подкорачивая, так напряжение прыгая так. Видно. А 200
16, 17 до 220. Получается в сети 220, а на диодах, когда подсоединяешь постоянка, выходит 195. У нас получается 25 вольт минус. Нам меньше. Выключу из розетки все. Ну что можно сказать? Мосты рабочие. Рабочие. Только что немного отличаются от тех, что я заказывал. Отличаются они надписями. Соответственно, отличаются надписями, чтобы не мешало их вес проверить. Ну, не очень-то тяжелые, легенькие. Просто что я смотрел, пишут много что подделки. Получается, где надписи там старше, как бы, то получается нежирные эти вот ЯУ выделяются. Здесь видно жирным шрифтом. Там нежирные, такие тонкие и прямой шрифт. Здесь все под наклоном сверху идет. СЭП это и ЯУ под наклоном. А там прямыми, такими и нежирными написано. Где вот прямые и нежирные эти, это как бы оригиналы. Это, скорее всего, что где подделка диодного моста. И по весу они легенькие-легенькие. Короче, я их взвешу на весах электронных, на малых, то вес этих диодов я напишу в описании полностью. Каждого вес напишу. Вот так мы их держим сейчас. Но они одинаковые на вид. Посмотрим. Отличаются они по весу от оригинала. И то, что я заказывал, или же такие самые. Но факт в том, что в шрифте отличие. В основном китайцы так пишут, заказываешь одно, а приходит совсем другое. Может и формой, и размером отличаться. Короче, обманщики. Ну, за такую цену, 70 центов, это где-то 2 рубля наших белорусских. Ну, плюс пересылище там, то получается уже 7 рублей, 2,5 доллара. Так и посылка ценена была в 2,5. Подключу до двигателя постоянного тока, проверим, работает, не работает. Двигатель довольно мощный, 750 ватт, ну 800 ватт, но он весом 37 килограмм, около 40 килограмм. Хотя этот двигатель пустить на какую-нибудь циркулярку, на пилу, короче, на столярку сделать всего что-нибудь. Ну, посмотрим. Взвешу их и вес напишу. А там будете уже сами решать, оригинал это или не оригинал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. До свидания.